Звание настоящего героя заслужила домашняя овчарка в США. Храбрый пес бросился защищать свою 7-летнюю хозяйку от ядовитой змеи. Питомец заслонил девочку своим телом и сам получил 3 укуса. Маленькая жительница Флориды играла со своим любимцем по кличке Хаус в саду. Там они и столкнулись со смертельно опасной рептилией. Собака отреагировала мгновенно. Один из укусов пришелся в область почек. Чтобы спасти овчарку, потребовались дорогостоящие уколы. Но узнав о подвиге пса, пользователи интернета за считанные часы собрали несколько десятков тысяч долларов на его лечение. Жизнь Хауса вне опасности. Хозяева не устают восхищаться его поступком. Наш пес превзошел все наши ожидания. Дети всегда его обожали. Он всегда вел себя как защитник, лаял, если кто-то подходил к двери. Это та собака, за которую не жалко отдать и $1000. А нам он достался бесплатно. Мы взяли его из приюта, и он ответил благодарностью. Просто невероятно, на что способны животные.